ситуация, подвержена только трафику через Афганистан. А потом такая вот проектная ситуация у нас такова, что мы как раз афганистские перевалы, которые снимали и относим на сегодня перекрытие. Мы это позволяем, я сегодня вечером только трафик через нашу государство. К сожалению, вот эта активизация присутствует. Люди, которые занимаются наркотрафиком, да, в большинстве случаев... Здесь преступность, она интернациональная, не сложно, да? Осуществляется и... Это проблема именно границ. Высокобои, они были в советский период. И достаточно умело проходили. Они это оставили. Например, вот это с уходом изменения границы, охраны границы, конечно, это, к сожалению, увеличился поток. Это не только, это и социальные проблемы. Здесь наркозависимость, наркоразвитие связано с существенными финансовыми средствами. Отсутствие социальной защищенности, а отсутствие того, что где-то надо заработать для развития своей семьи, воспитания детей и так далее. Три области Узбекистана, Ферганский, Джинская, Ангарская. Три области Кыргызстана, Джабахатская, Курская, Чеченская, Дагестанская, Сибирская, Узбекистан. Это слышит один из предыдущих жителей, проживающих в городе. Это лишь русско-фессионная проблема. Отсутствует в этом вопросе, отсутствие устойчивых работ предприятий. Все это накладывает, это наложило на развитие событий то, что там произошло. И при этом те, кто это сделал, которые ничего не разлучают. Вот эти трагедии, они идут. Но на основе не приняли меры по отжиганию межэтнического конфликта, хотя противостояние Thank you.
Thank you.